Глава Северского района Андрей Дорошевский провел рабочую встречу с представителями ресурсоснабжающих организаций и главами нескольких поселений. Прежде всего, обсуждалась готовность жилищно-коммунального комплекса района к предстоящему отопительному сезону, а также вопросы водоснабжения, устранения порывов водопроводных сетей, утепления теплотрасс, растущих долгов населения за потребленные ресурсы и многое другое. В целом, предприятия ЖКХ на сегодняшний день завершили все регламентные работы. Однако существует ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться в ходе подготовки. Обсудили пути и сроки их решения.